До собственного 35-летия газовому промыслу номер один Ямбурского месторождения осталось всего 3 года. Он был запущен в июле 1987 года. В дни юбилейных для предприятия месторождения торжеств внимание ГП приковало решение председателя правления «Газпрома» присвоить промыслу имя первопроходца Ямбурга Виктора Михайловича Губина. Вот это самый лучший промысел мира. Второй после ГП 1Н. Этот промысел имел 3 переходящих знамени. Торжественные мероприятия начались с пульта ГП. Здесь прошла традиционная для праздничных событий почетная вахта. Ее участниками стали ветераны общества «Газпромдобычи Ямбург» и представители молодого поколения газодобытчиков. Первые выступили с напутственным словом, вторые рапортовали о готовности принять трудовую эстафету. Эта несколько символичная процедура отражает преемственность, которая существует на предприятии. Мы должны верить в нашу молодежь. Наши дети и молодежь должны быть умнее и лучше нас. Мы желаем все это развиваться дальше. Уважаемые ветераны, прошу заступить на почетную вахту и передать оперативную сводку диспетчеру производственно-диспетчерской службы. Почетную миссию передать сводку доверили Валентине Бантеевой. Добрый день. ГП-1 докладывает: почетная вахта, посвященная открытию Ямбургского месторождения, 50-летие и 35-летие со дня образования предприятия «Газпромдобыча Ямбург». Режим: давление 32,8, температура минус 2. ГП-4, доброе утро. Всех с праздничной датой. Доброе утро, ГП-7. Всех поздравляем с праздником. Валентину Васильевну персонально. Режим 3,26, минус 1. Доброе утро, 8. Здоровья, долгих лет. Сегодня легенда Ямбурга, отправившая историческую телеграмму о подаче первого ямбургского газа в магистральный трубопровод, на заслуженном отдыхе. Работая в производственной диспетчерской службе, Валентина Васильевна уже участвовала в почетной вахте, но по эту сторону процесса оказалась впервые. Это почетно, я считаю, и удивительно. Поэтому раньше я принимала все сводки, а сегодня уже передавала режим с ГП-1. Это приятная процедура. Как вчера, да? Вот, вот честно скажу. Слеза вот у всех, знаю, да, у всех. Я горжусь, что я вообще-то с вами работал. Да мы все, наверное, гордимся, да, что мы прошли с вами. Работали. Да, нелегкий путь. Мы Ямбургу отдали, ну, за полярки тогда, да? Ну, нашему предприятию отдали, ну, большую часть своей жизни, да. Здоровья вам, ребят. Благополучия. Не забывайте нас. На память об этом дне в журнале регистрации почетных вахт останется запись. А у ветеранов – удостоверение участников и воспоминания о пережитых эмоциях. Я очень рада. Чуть-чуть вот так нас. Все, после завершения почетной вахты ветераны и работники промысла проследовали к административно-бытовому корпусу ГП. Вместе с другими гостями мероприятий, посвященных 50-летию Ямбургского месторождения и 35-летию общества «Газпромдобыча Ямбург», они приняли участие в церемонии присвоения первому промыслу имени Виктора Губина. У нас становится хорошей традицией называть наши промыслы именами действительно выдающихся людей, внесших огромный вклад в освоение месторождений. Рассказали, таким был Виктор Михайлович Губин. Сегодня газовый промысел номер один, мы присваиваем ему его имя. Виктор Михайлович всю свою жизнь посвятил газовой промышленности, прошел Медвежье, Уренгой и с 1984 года командовал производством здесь, на Ямбургском месторождении. Был заместителем по производству 20 лет. Выдающийся профессионал, замечательный организатор. Пользовался огромным уважением в коллективе. Кто с ним работал, помнят, что за глаза его называли «Папа Губин». Да? С моей, например, точки зрения, что папа или батя, для мужчин это высшая степень уважения. И это все о многом говорит. Право открыть мемориальную доску доверили дочери Виктора Михайловича, Ирине Лебенковой. Она пошла по стопам отца. Вот уже больше 30 лет она тоже трудится в «Газпромдобыче Ямбург».
В наших сердцах навсегда сохранится память о трудовом подвиге первопроходцев Ямбурга. Благодаря их самоотверженному труду, их несгибаемой воле и вере удалось в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. И от имени коллектива газового промысла и от себя лично хочу заверить присутствующих, что мы приложим все силы, чтобы оправдать высокое доверие присвоение газовому промыслу номер один имени Виктора Михайловича Губина. Главные участники истории – люди и время. Не забывать время – значит не забывать людей. Помнить о людях – значит помнить о времени. Он на самом деле был очень человек скромный, вот, и в то же время очень открытый человек. К нему запросто могли подойти в любое время дня и ночи, что в кабинет, что домой позвонить. Могли прийти со своими проблемами. И он был человек старой формации. Он жил, работал, а не работая он не смог жить. Говорят, что человек жив, пока жива память о нем. Новое поколение газодобытчиков помнит подвиг первопроходцев Ямбурга и достойно продолжает их дело. Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков. С газового промысла номер один имени Виктора Губина Ямбургского месторождения.